В ожидании приговора в Зиминском городском суде началось рассмотрение уголовного дела в отношении двух жительниц Саянска, подозреваемых в истязании и ряде других преступлений в отношении 17-летней девушки. Ранее две женщины выложили в соцсети видео своих издевательств над несовершеннолетней на почве ревности. В ночь на 6 августа они раздели ее догола, поставили на колени, остригли волосы, облили зеленкой и требовали извинений за то, что она вступила в связь с их мужьями. Заседания суда по данному делу проходят в закрытом режиме.